При переезде в новую страну стать активным участником жизни общества без знания языка достаточно сложно. Поэтому в интеграции иммигрантов особый акцент делается на освоении базовых знаний финского языка. В Финляндии существует огромный выбор возможностей для изучения языка как платных, так и бесплатных. Курсы финского языка организуют, например, народные училища, учебно-просветительские центры, университеты и летние университеты. Иногда попасть на курсы можно также через своего работодателя. Если вы живете в крупном городе, то информацию о курсах финского языка можно найти на портале finishcourses.fi. Вы выбираете город своего проживания, форму обучения, офлайн или онлайн, и ваш уровень владения языком, и портал предложит вам наиболее подходящие варианты. Также на портале можно найти информацию о курсах по подготовке к тесту Пюльке и курсах шведского языка. Телерадиовещательная компания «Юле» предлагает увлекательный способ изучения финского и шведского языков с помощью приложения «Юле Киеле Коулу». В языковой школе «Юле» вы можете смотреть программы «Юле» на финском и шведском языках с субтитрами. Если в программе есть слово, значение которого вам понятно, вы можете получить перевод на выбранный вами язык, нажав на слово. «Юле» также предлагает более традиционный способ изучения языка с помощью программы «Супи Суомеа». Это базовый курс финского языка и культуры для иностранцев. Помимо языкового онлайн-курса, материалы курса включают сериал из 12 частей, которые вы можете посмотреть на этом сайте. Сайт marikokkonen.fi предлагает разные формы обучения. В разделе для учащихся «Описки или ядра» можно найти словари, варианты обучения с помощью интернета, игровые формы обучения, обучение с помощью песен, а также советы для изучения языка по профессии, включая шаблоны для создания резюме на финском языке. На сайте osansuomessa.fi можно найти большое количество материалов, начиная от базовых навыков до среднего уровня владения финским языком. Также сайт предлагает попрактиковаться в языке по темам общества, работы и образования. Сайт luetaanyhdessä.fi «Читаем вместе» – это национальная сеть, которая поддерживает изучение языка и интеграцию иммигрантов, особенно женщин. Сеть предлагает обучение финскому или шведскому языкам в разных частях Финляндии, как в очных группах, так и онлайн. Портал selkosanomat.fi помогает начинающим в изучении финского языка, предлагая новости на простом финском в сопровождении иллюстраций. Вспомогательные изображения, прикрепленные к тексту, иллюстрируют содержание новостей, способствуют пониманию содержания и позволяют обсуждать новости с помощью картинок. Новости также можно прослушать на упрощенном финском языке. Для более мотивированных студентов сайт osansuomea.fi предлагает классическую версию изучения языка. Сайт содержит 6 подразделов с различными материалами от грамматики до разговорного языка. Для желающих научиться грамотно писать по-фински сайт kirjoittajan.abc.fi позволяет самостоятельно изучать и закреплять знания и навыки письма на финском языке. Помимо теории, на сайте также доступны различные тесты и упражнения. Если вы недавно переехали в Финляндию, вы можете иметь право на интеграционное обучение, которое, как правило, включает в себя изучение языка. Если вы являетесь безработным, бюро занятости или служба трудоустройства вашего муниципалитета могут направить вас на интеграционное обучение или предложить другие услуги по развитию ваших языковых навыков. В рамках интеграционного обучения занимаются языком, знакомятся с финским обществом и особенностями поиска работы в Финляндии. Вы также можете практиковаться в финском языке непосредственно в беседах с носителями языка. Многие библиотеки и общественные организации проводят языковые кафе и разговорные клубы, в которых вы можете потренироваться в разговорном финском и найти новых друзей.